За полчаса до начала нам сказали, что можете разворачиваться и ехать домой. Сказали просто, что он заболел. Сначала мы не верили, что думали прикалываться эти охранники. Но в конце концов вывесили объявление. Ну, будем надеяться, что перенесут. У нас уже второй перенос только. Мы в Вильнюсе уже один раз визы сделали. И приехали и отменили в Вильнюсе концерт. В 2009, да, по-моему, году? Да. Мы здесь живем рядом, но и как это? Дэйв у нас на районе ночует, почему не приехать? Приехал на Минск с друзьями. Посетить четвертый раз уже концерт Depeche Mode. Сначала думал, какие-то шутки, смотрю, люди какие-то расстроены, думаю, наверное, билеты забыли. Так прикалывались, потом смотрим, говорят, что концерт отменили. Минут 10 в Зиарене провели и поняли, что можно идти дальше. Начинали скандировать Depeche Mode. Ну, мы поняли, что это не так интересно, как сам концерт. Пошли домой, поскольку живу недалеко от больницы 9-й клинической, просто навестить. Ну, конечно, будем надеяться на перенос. Мы готовы пойти в любом городе Европы или в Минске посетить концерт. Поэтому надежда, говорят, последняя. Мы верим в Depeche Mode. Depeche Mode, ура!